администрации города Владимира номер 571 от 13 мая за многолетие. Добрый вечер, уважаемые любители футбола Владимира и гости нашего города. Мы рады видеть вас на трибунах нашего стадиона. Сегодня вы присутствуете на матче 1/128 финала розыгрыша Кубка России по футболу, в котором Владимирская Торпеда принимает гостей команду второй лиги «Текстильщик» из города Иваново. Прослушайте составы играющих сегодня команд. Наши гости, команда «Текстильщик» Иваново, вышла на игру в красных футболках. Номер первый – Владимир Власов. Номер второй – Игорь Ушаков. Номер третий – Игорь Косухин. Номер четвертый – Алексей Усманов. Номер пятый – Сергей Тимофеев. Номер шестой – Андрей Ершов, капитан команды. Номер седьмой – Николай Сухов. Номер восьмой – Федор Тувин. Номер девятый – Александр Адулов. Номер одиннадцатый – Андрей Бубчиков. Главный тренер команды – Владимир Иванович Белков. Тренер – Валерий Васильевич Горнушкин. Команда «Торпеда» Владимир вышла на игру в желтых футболках. Номер первый – Александр Туршаков. Номер второй – Владимир Исаев. Номер третий – Сергей Миронов. Номер четвертый – Андрей Трофимов. Номер пятый – Сергей Литвинов. Номер шестой – Алексей Сидоров. Номер седьмой – Игорь Никитин. Номер восьмой – Дмитрий Жуковский. Номер девятый – Андрей Лукьянов. Номер десятый – Наиль Сафаев, капитан команды. Номер одиннадцатый – Амаду Кане. Главный тренер команды – Евгений Васильевич Комаров. Начальник команды – Сергей Александрович Никанор. Тренер – Валерий Васильевич Иванов. Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров в составе. Судья в поле, судья республиканской категории Михаил Семенов. Судьи на линии, судья республиканской категории Олег Дезин и судья первой категории Сергей Кузнецов. Вся бригада из города Санкт-Петербург. Резервный судья республиканской категории Евгений Викторович Волнин. Инспектор сегодняшнего матча, судья республиканской категории Михаил Николаевич Кучеров, город Ярослав. Thank you.
Thank you.
Thank you.
16 мая в 11 часов независимая радиостанция «Радио Стиль», вещающая свои программы в диапазоне 102,4 МГц, проводит в прямом эфире передачу «Место встречи 102,4 вне футбольного поля» с лучшим игроком сегодняшнего матча в составе Владимирского «Торпедо». В течение 45 минут прямого эфира вы можете задать свои вопросы и поделиться впечатлениями с героем сегодняшней встречи. Контактный телефон студии 27-10-06.
Сейчас я...
Я не знаю, что это за